Вопрос о противопожарных мерах стал первым в плане заседания. Готовясь к летнему периоду, Комитет гражданской защиты и Служба спасения провели несколько учебных тренировок по ликвидации огня. Также пожарные продолжают проверку всего оборудования для борьбы с огнем, в том числе пожарных прудов. А сотрудники администрации Котласа и отдела надзорной деятельности проводят работу с населением, в первую очередь с дачниками и садоводами. Изготовлены знаки о запрете разведения костров, подготовлены памятки населению по палам травы, размещены в средствах массовой информации материалы по пожарной безопасности. Еще одним важным вопросом заседания стало обеспечение безопасности населения на водных объектах. Сейчас задача Комитета гражданской защиты – проконтролировать проверку грунта и воды в официальных местах отдыха и очистку пляжей от мусора.